Ямочный ремонт асфальтового покрытия провели на улице Чистяковой в микрорайоне Новая Трехгорка. Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили качество его выполнения в рамках проекта «Безопасные дороги». Работы провело МБУ «Одинцовское городское хозяйство» по инициативе депутата Совета депутатов Одинцовского округа Ирины Грабарчук, которые неоднократно обращались жители с жалобами на оставшиеся после зимы дорожные ямы.